Ларис, я знаю, ты очень продвинутый человек, и всегда передовые технологии у тебя в приоритете. Расскажи пару минут о том, чем ты сейчас занимаешься. Да, изучала передовые технологии вначале в образовании. Это психологический, эмоциональный интеллект, адаптивный интеллект. А сейчас перешла на технологии, на новые технологии, которые тоже нужны всему миру. И, например, есть такая технология DexNet, которая позволяет идти к децентрализованному интернету, обеспечивает нашу свободу и безопасность, что сегодня очень важно, потому что мы везде на прослушке. Я знаю, что многие бизнесмены летят не то что в дальние города, некоторые даже в страны, чтобы переговорить, когда нужна действительно конфиденциальность и защищенность. И сегодня, конечно, эта тема очень важна. То есть мы вообще с нетерпением ждем этот функционал, мы все делаем, чтобы он быстрее заработал. Да, это только одна часть нашей текстовой.